Вот еще один вопрос из комментариев к донату. Вы все пытаетесь найти способ для того, чтобы определить, годная женщина или негодная. Смотрите, есть у нее татуировки или нет. Девственница она или не девственница, с детьми или без детей. Запомните, никаких годных женщин не бывает. Женщина не может быть ни годная, ни негодная. У нее нет собственной формы. Она, как вода, принимает форму того сосуда, в который ее налили. Если дать женщине волю, то сама по себе она руководствуется самыми простыми биологическими инстинктами. И удержать ее от этого может только мужчина. А если мужчина удержать ее от этого не способен, то женщина пускается во все тяжкие. Она будет и ебаться напропалую с кем ни попадя, и набивать себе татухи и так далее.